Сезон переработки зерна зеленого горошка набирает обороты. На Славянском консервном комбинате готовы к работе с максимальным напряжением. Тему продолжит Андрей Вишневский. Не зря говорят, что день во время уборки урожая целый год кормит. Массовая уборка зеленого гороха – компания очень скоротечная, поэтому каждый ее день буквально на вес золота. Это прекрасно знают на Славянском консервном комбинате, где встретили сезон во всеоружии. Прежде всего, здесь полностью подготовили материально-техническую базу, чтобы во время самой напряженной работы все работало как часы. Были заключены договора на поставку сырья, что гарантирует объем работы. Овощеводы Крымского и Динского районов уже больше недели поставляют зеленый горох на комбинат. Его мощности позволяют перерабатывать до 100 тонн сырья в сутки. На линии по переработке гороха работают опытные сотрудники. Профессионализм и самоотдача позволяют обходиться без сбоев. Вскоре отличный консервированный горошек нового урожая отправится к потребителям. Его с нетерпением ждут по всей России. Продукция славянских консервщиков пользуется большим спросом. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».